Ирина Исаева, воспитанница детской школы искусств города Видное, постигает азы вокального мастерства под чутким руководством педагога Натальи Малой. За 5 лет обучения начинающая певица приняла участие в огромном количестве конкурсов и фестивалей. Она постоянно мониторит и следит за различными проектами, как телевизионными, так и просто интересными конкурсами. Везде старается всегда в первых рядах подавать заявки, отправлять свои данные для кастинга. 2023 год выдался особенно удачным. Приняв участие почти в 20 конкурсах, на каждом Ирина завоевала призовое место. Я за год почитала, было 3 гран-при, 5 первых мест, 2 вторых и 4 третьих. Вот. Из них несколько было международных конкурсов, всероссийских, также областных. Мы в Химки в марте вот ездили. Совсем недавно юная видновчанка стала обладательницей гран-при онлайн-конкурса «Звезды великой страны». К такому формату педагог Ирины относится скептически, но подтверждает, это тоже неплохая возможность заявить о себе широкой публике. Опыт набирается с каждым годом, и с каждым годом она растет и уже все больше себя показывает в профессиональном плане. И вот мне кажется, сейчас самый такой период, когда у нее наступает расцвет в творчестве. И я буду очень рада, если у нее все получится, все мечты осуществятся. В составе вокального коллектива «Эврика» Ирина выступает на сцене родной школы искусств и на праздничных мероприятиях округа. Больше все-таки на конкурсах волнуюсь, потому что как-то и место хочется хорошее занять, и, в принципе, конкуренты на концертах на своих, вот, отчетных, как-то все-таки домашняя атмосфера и очень комфортно. Также в этом году Ирина осуществила свою мечту, побывала в детском лагере «Артек» и, главное, поучаствовала в местном вокальном состязании. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим голоса. Звезда «Артека» — это там такой самый главный, отбирается всего 7 победителей среди там 1500 человек. Я была в финале, но, к сожалению, не выиграла, мне не хватило там голосов. Вот, но все равно это большой опыт, что за меня мой отряд проголосовал, выбрал меня. На достигнутом Ирина Исаева останавливаться не собирается. Впереди еще одна пока непокоренная вершина – телевизионные вокальные проекты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.